Наш телеканал всегда оперативно реагирует на проблемы жителей Верхней Волжи. На этот раз жители улицы Бульвара Шмидта жалуются на хулиганов, которые сводят на нет все усилия по благоустройству двора. А подробнее об этом расскажет и покажет наша съемочная группа. А счастье было недолгим. Именно так могут сказать жители двора по адресу Бульвар Шмидта, 40. Красивые клумбы, уложенные камнем дорожки, декоративные фигуры и ухоженный газон погибают из-за любителей сорвать чужие старания. У нас очень хороший дом, очень хорошие жители, доброжелательные, отзывчивые. Мы стараемся на своей северной стороне навести уют, порядок. Но одна проблема у нас – гости. Некоторые фотографируются, а некоторые постоянно рвут цветочки. Важен тот факт, что благоустройством придомовой территории жильцы занимаются исключительно своими силами и средствами. Даже дети, которые проживают в данном доме, также активно принимают участие в облагораживании двора, поливают цветы, красят камни и убираются на клумбах. По словам жителей, и они, и камеры наблюдают данную картину довольно-таки часто. Цветочек раз, цветочек два и красивого сада, который радует глаз, может и не стать. Стоит отметить, что порча клумб и цветников попадает под статью о мелком хулиганстве и наказывается штрафом в размере до 1000 рублей или арестом до 15 суток. Мы просим этих наших друзей, соседей, поскольку у нас двор проходящий, чтобы они как бы знали, что это нам очень тяжело достается, и старались не рвать цветы. Если им уж очень нужно, пускай попросят, мы им сами сорвем. При этом одними увещеваниями и призывами к совести жителей двора ограничиваться не собираются. Если любители сорвать тайком цветочек аленький и дальше будут портить красоту, то об этой истории узнает участковый, причем во всех подробностях, благодаря все тем же записям с видеокамер.